Не боясь воды и оползней, он с точностью проводит взрывы внутри пластов горной породы. Он полирует глыбы взрывчатого вещества, которое может взорваться от легкого трения. На высоте 100 метров он в одиночку осматривает и ремонтирует электропровода. Мастер смел и решителен, ему неведом страх. Железная дорога Сычуань-Тибет – это приоритетный проект программы на период 13-й пятилетки. Прокладывая эту дорогу, строители установят новый мировой рекорд по сложности строительства. Только реку Цаумпо эта железная дорога должна пересечь в 16 раз. Это будет самая высокогорная железнодорожная магистраль в мире. Ее общая протяженность более 1800 километров, а подъем вверх превышает 14 тысяч метров. Железная дорога ступенчато поднимается и опускается 8 раз, за что иностранные СМИ назвали ее огромными американскими горками. В июне 2015 года началось строительство отрезка железной дороги Сычуань-Тибет от Лхасы до Нингчи. Старший взрыв-технолог Пэн Сянхуа с товарищами по работе сейчас прокладывает тоннель Дунгашань с самой сложной геологической структурой на всем участке дороги. Геологическая основа Сычуань-Тибетской железной дороги – это сутурная зона, возникшая в результате столкновения индийской и евразийской тектонических плит. Это сейсмоопасная зона. Пробить тоннели в такой зоне – это все равно, что открыть ящик Пандоры. Первый этап прокладки тоннелей – это очистка от неустойчивых камней внешнего склона горы у входа в пещеру. Они могут упасть вниз от малейшей вибрации. Это не только представляет угрозу для проектных работ, но также может навредить водам, протекающим под входом в пещеру реки Цангпо, и нанести урон хрупкой экосистеме Тибета. Поэтому рабочие при устранении опасности должны быть смелыми и осторожными. Пэн Сянхуа, как обычно, ищет на отвесной скале подходящее место для размещения взрывчатки. Отец Пэн Сянхуа – представитель первого поколения железнодорожных рабочих Нового Китая. В 50-е годы 20 века он участвовал в строительстве железной дороги Чэнду-Кунмин. Унаследовав отвагу и мастерство отца, сейчас сын продолжает его дело, совершая новые чудеса в мировой истории строительства железных дорог. Во втором филиале корпорации, где работает Пэн Сянхуа, отличная бригада взрывников, которые выполняли взрывные работы при строительстве многих важных тоннелей. Пэн Сянхуа – известный представитель бригады. Коллеги зовут его королем взрывчатки. Горная порода тоннеля Дунгашань состоит из углеродного пилита и кварцевого оливролита. Эти горные массы при контакте с водой разбухают и размягчаются. Для проведения взрывных работ в таких горах особенно необходим точный предварительный геологический прогноз. На основании результатов УЗИ горы Пэн Сянхуа может составить точный план взрывных работ. Главный фактор эффекта точного взрыва – это количество взрывчатки. Поэтому Пэн Сянхуа всегда сам делит взрывчатку на порции. Благодаря многолетнему опыту он может контролировать погрешность при фасовке взрывчатки так, что она оказывается намного меньше определенной нормативами минимальной погрешности. Пэн
前挖，张志明一点都不理想，都不光堂。 Внутри тоннеля на поверхности забоя обычно есть несколько десятков взрывных скважин. Детонатор в каждой из них нужно взрывать в запланированной последовательности. Разность во времени взрыва в разных взрывных скважинах составляет от 10 до 100 миллисекунд. 装时间板. Расположение всех взрывных скважин, точность фасовки взрывчатки, время детонации и другие факторы нужно рассматривать как тесно связанные части одной системы. Они должны взаимодействовать с оптимальной эффективностью, чтобы добиться строго контролируемой силы взрыва. Взрывы, которые пугают сторонних наблюдателей, для Пэн Цянхуа звучат как чистая и стройная мелодия. Пэн Цянхуа и его коллеги могут гарантировать, что не допустят ошибки. Но среди секретов Земли всегда есть те, которые людям не разгадать. Все-таки возникла проблема, которой Пэн Цянхуа с рабочими боялись больше всего. Вода, накопленная в мощной толще гор Цинхай Тибетского Нагорья, стремительно потекла наружу после взрыва. Этой ситуации при взрыве тоннелей боятся больше всего. Если воды слишком много, горная порода размокает и может случиться оползень. В результате все проделанные в тоннеле взрывные работы пойдут на смарку, что повлияет на сроки работы всей линии. Проектный институт, контролирующая организация, владелец, строительная организация срочно устроили многостороннее совещание. В процессе дискуссии все посчитали, что предложение Пэн Цянхуа самое подходящее, и это лучший выход из сложившейся ситуации. Главное условие осуществления плана Пэн Цянхуа – это то, что он должен сам все сделать и собственноручно выполнить самую тонкую работу. Но к этому моменту большая площадь горного пласта уже намокла и размякла. Горная порода вокруг взорванной поверхности тоннеля очень плохая. Велика вероятность, что тоннель обвалится во время проведения работ. В таком случае Пэн Цянхуа не сможет выйти из тоннеля. Он не позволил другим рабочим вместе с ним устанавливать взрывчатку и детонатор. Пэн Цянхуа все делает сам. В этот раз он должен провести взрывные работы еще точнее. Грохот от взрыва прорывается сквозь тоннель. Из пещеры валит густой дым. Далее предстоит самая опасная часть. Нужно пройти на место проведения взрывных работ, оценить эффект и ликвидировать невзорвавшиеся снаряды, если они остались. Пэн Цянхуа по-прежнему не позволяет остальным рабочим подходить ближе и входит в тоннель один. Это ответственность, которую берет на себя мастер. Он непоколебим и бесстрашен, словно скала. Яркий луч света мерцает сквозь дым. Это сигнал, что все прошло успешно. Никто не помнит, чтобы Пэн Цянхуа когда-либо подводил их. Пэн Цянхуа очень внимателен к весу используемой взрывчатки. Другой мастер, Сюй Липин, особенно тщательно следит за формой взрывчатки.
Только лишь после того, как он придаст ей форму, ее можно взрывать. Это действительно кажется очень оригинальным. Завод, где работает Сюэлипин, один из самых таинственных в мире. Он расположен глубоко в горах Цинлин. Стратегические и тактические ракеты и двигатели для космических ракет производятся здесь. Сюэлипин проработал на этом заводе уже 29 лет. На протяжении этих лет, каждый раз, приходя на завод, он первым делом открывает все двери в цеху и проверяет щеколды на окнах. Для него каждая дверь – это аварийный выход в случае опасной ситуации. Этот ракетный двигатель из двух частей диаметром 3 метра был разработан 4-м институтом китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. В настоящее время это твердотопливный ракетный двигатель самого большого диаметра, с самым большим объемом заряда и самой большой тягой в нашей стране. Работа Сюэлипина заключается в микроформовке поверхности твердого ракетного топлива. Это одна из самых опасных операций в процессе производства твердотопливного ракетного двигателя. Твердое топливо очень чувствительно и требовательно к точности горящей поверхности. Если во время резьбы и формовки сила трения слишком высока, то возникает статическое электричество, которое может вызвать возгорание и даже взрыв. Поэтому микроформовку этой взрывчатки невозможно проводить, используя машины. Эту работу можно выполнить только при помощи филигранной резьбы вручную. Резчик такой взрывчатки одновременно должен обладать особыми психологическими качествами и высоким мастерством. Эта взрывчатка очень пластична. Внутри нее крупные гранулы, поэтому резать ножом вручную очень трудно. В процессе резки ни в коем случае нельзя многократно шлифовать и отстрогивать. Как получится срезать с первого раза, так придется и оставить. Эта операция необратима, поэтому все зависит от опыта техника. 0,5 миллиметра – это самая большая погрешность, допустимая на поверхности такого твердого топлива. Сюэлипин, только потрогав один раз рукой, может определить размер части, которую нужно срезать. Погрешность не превышает 0,2 миллиметра. В 1987 году Сюэлипин, которому не было еще и 19 лет, окончил техническое училище. Он прекрасно знал об опасности резьбы взрывчатки, но, несмотря на это, сам выбрал работу в цехе, где раньше работала его мама. В этой нелегкой профессии скульптора Сюэлипин с юношества проработал почти до 50 лет. Возможно, совсем не трудно сохранять спокойствие, однажды внезапно оказавшись перед лицом смертельной опасности. Но оставаться спокойным, сталкиваясь со смертельной опасностью каждый день на протяжении 29 лет, слишком трудно. Каждый вдох и выдох Сюэлипина следует ритму движения его рук и ножа, чтобы гарантировать равномерное приложение силы. В соответствии с проектными требованиями, Сюэлипин должен вырезать взрывчатое вещество с круглым отверстием толщиной в почти 5 сантиметров. Но срезанное за один раз взрывчатое вещество должно быть не больше 3 миллиметров. Формовка взрывчатого вещества осуществляется постепенно и понемногу. Толщина срезаемой поверхности строго контролируется. Ножи, используемые для каждой части, расстояние между ножами четко определены технологическим режимом Сюэлипина.
Рядом с ним его самый способный помощник. Помогая в процессе формовки, он должен непрестанно взвешивать отходы взрывчатого вещества. Так как оно непрерывно обрезается, площадь поверхности, соприкасающейся с воздухом, тоже непрерывно увеличивается. При достижении определенного значения велика вероятность взрыва. Сюэлепин требует, чтобы каждые срезанные 500 граммов взрывчатого вещества обязательно помещались в приготовленный заранее антистатический пакет. Собранный за 29 лет опыт, Сюэлепин обобщил в подробные инструкции и требует, чтобы каждый их строго соблюдал. А этот опыт Сюэлепина пришел не только во время работы на протяжении 29 лет. Он включает и несчастный случай, произошедший с его коллегой, который пришел на завод в тот же год, что и он. Гибель друга заставила Сюэлепина еще яснее осознать, что важны подробные инструкции. С тех пор для каждой продукции Сюэлепин лично опытным путем определяет характеристики взрывчатого вещества и скорость горения. Формовка высокоэнергетического топлива для ракетного двигателя диаметром 3 метра – это всего лишь один из вызовов, которые должен принять Сюэлепин. Его ожидает еще большее испытание. У всех пилотируемых космических аппаратов серии Шэньчжоу есть аварийно-спасательные двигательные блоки. Это особое оборудование для спасения тайконавтов в случае аварии. Этот аварийно-спасательный двигательный блок не вмещает так много топлива, как большой ракетный двигатель диаметром 3 метра, но скорость горения у него поражает. При достижении точки воспламенения практически 2 тонны топлива сгорают менее чем за 0,6 секунды. Для топлива аварийно-спасательного двигательного блока чем выше скорость реакции, тем лучше. Но для Сюэлепина и его помощника, которые вырезают топливо, чувствительность этого топлива намного выше, чем у тех материалов, с которыми они работали раньше. Если случится непоправимое, при такой высокой скорости возгорания и взрыва ни у кого из присутствующих не будет шанса спастись. Но где находится эта граница безопасности? Что касается наглядности, то все конкретные правила линии безопасности в его техническом руководстве и регламенте. Но самая важная линия безопасности в сердце Сюэлепина. Здесь его чувство ответственности по отношению к этой особой работе, к своей карьере, а также его отточенное мастерство, которое не позволяет допустить ни одного промаха. Для Сюэлепина линия безопасности – это высоковольтная линия, которой нельзя прикасаться ради своей безопасности и безопасности коллег и всего завода. А для Ван Цзиня его линия безопасности находится как раз на высоковольтной линии. Стоя двумя ногами на лэп, он висит в воздухе словно паук. Еще большее впечатление производит то, что эта линия находится под ультравысоким напряжением в 1000 кВт. Проект передачи и преобразования электроэнергии от Аймака Силинго-Лэ во внутренней Монголии до провинции Шандун в 2016 году был завершен, принят и запущен в эксплуатацию. В Китае теперь есть проект высоковольтных электросетей с самой большой территорией покрытия и самым высоким напряжением в мире.
Ван Цзинь – бригадир рабочей группы в Шандунской электроэнергетической корпорации. Также он ответственен за приемку шандунского отрезка линии электропередач сверхвысокого напряжения. Расстояние от земли до вершины высоковольтного столба примерно равно высоте 60-этажного здания. Ван Цзинь должен забраться на него только с помощью 886 крюков для ног. Обычный человек, только лишь стоя на земле и наблюдая это зрелище, будет трепетать от страха. Окончание работы по приемке шандунского участка ЛЭП пришлись на самый разгар лета. В это время температура на улице приближалась к 40 градусам, из-за чего заметно увеличилось количество несчастных случаев. Ван Цзинь оставляет работников бригады на земле, и один поднимается вверх для выполнения работ. Ван Цзинь – один из лучших контролеров-ремонтников Государственной электросетевой корпорации Китая. Он взбирался на 2000 с лишним высоковольтных столбов, но при виде линии под ультравысоким напряжением в 1000 киловольт новые серьезные испытания заставляют его сердце замирать от страха. Приемка проводов между высоковольтными столбами – это самая важная часть работы. Если во время подачи электроэнергии произойдет обрыв линии, то вся провинция Шандун мгновенно лишится 1/4 всей электроэнергии. Трудно себе представить количество аварий и огромный урон в результате такого происшествия. Немногие могут, подобно Ван Цзиню, выполнять такие сложные действия в воздухе. Обычно рабочий сидит на раскачивающихся проводах и одной рукой держится за провод, а другой работает. А Ван Цзинь может освободить обе руки и не держаться за провод. Это высочайшее мастерство. Но это еще не все уникальное мастерство, которым владеет Ван Цзинь. Когда по проводам идет ток, они издают коронный звук, а Ван Цзинь на слух может определить по громкости звука место и степень повреждения тонкого алюминиевого провода толщиной не более 2 мм. Во всей Государственной электросетевой корпорации Китая на такое способны только несколько человек. А в этот момент все его снаряжение – это один страховочный канат и необычайная смелость, воля, физическая сила, терпение, ответственность и профессиональные навыки. Это не искусство канатоходчества до вас. Ван Цзинь выполняет свою работу. Это его работа, работа мастера. Во время приемки у Ван Цзиня есть еще одна важная задача. Ему нужно составить план безопасного проникновения в электрическое поле сверхвысокого напряжения для осуществления работ на линии. Сейчас проходит испытание по подаче тока на линию под ультравысоким напряжением в 1000 кВт. Две катушки Тесла проходят индукционный тест. Данные показывают, что люди на расстоянии нескольких метров будут мгновенно превращены в пепел электрической дугой, созданной индукцией сверхвысокого напряжения. Такой вызов может принять только Ван Цзинь, потому что это он и его команда создали в Китае процедуру осмотра и ремонта электросетей под сверхвысоким напряжением в 660 кВт. Без научно обоснованного плана никто не решится работать в окружении ЛЭП под сверхвысоким напряжением. До этого работы на линиях проводились в сетях с максимальным напряжением в 500 кВт. С работами такой трудности, как под напряжением в 660 кВт, никогда не сталкивались. Ван Цзиню и его команде не оставалось ничего другого, как постепенно пробовать и искать выход. После бесчисленных экспериментов Ван Цзинь выбрал метод качелей. Осмотр и ремонт линий по этому методу является наиболее осуществимым, но он также является самым большим испытанием для рабочего. Если защитные меры будут сделаны не так, как нужно, то возможен удар мощным электрическим током, последствия которого даже страшно представить.
Используя высоковольтный столб как точку опоры, Ван Цзинь в экранирующей защитной одежде сидит в корзине и раскачивается словно на качелях. После того, как трос описал дугу в 90 градусов, постепенно подается ток. В процессе раскачивания от проводов без тока при помощи переключателя электрического потенциала в мгновение ока на теле рабочего оказывается ток в 660 кВт. Он раскачивается к проводам с электрическим током и идет по линии сверхвысокого напряжения в несколько сотен кВт, а напряжение стекает по его защитной одежде. Тяжелые испытания и тренировки принесли успех на практике. Новый метод качели снизил до минимума опасность при осмотре и ремонте линий под сверхвысоким напряжением 660 кВт и наилучшим образом гарантировал безопасность рабочих. Ван Цзинь и его команда получили за это национальную премию второй степени за научно-технический прогресс. Но при работе под ультравысоким напряжением в 1000 кВт трудно обойтись прежними надежными данными и методами. 相对于660千伏来说，它的电压等级更高，它的要求更严，难度成几何倍数增长。После многочисленных тренировок и регулировок Ван Цзинь и его товарищи еще раз улучшили изобретенный ими ранее метод качелей. 之前 31 июля 2016 года по приказу Главного управления Государственной электросетевой корпорации Китая был пущен ток по сети с ультравысоким напряжением в 1000 кВт. Рычаг электровыключателя был опущен, и это означало, что Ван Цзинь вскоре в первый раз войдет в электрическое поле под напряжением в 1000 кВт для работы на линии ультравысокого напряжения. В отличие от его работы на линиях под напряжением в прошлом, сейчас его семья уже знает о его работе. Работа этих мастеров кажется обычной, но она требует высокого мастерства, которое оттачивается годами. Они высоко ценят мастерство, несут огромную ответственность за свою жизнь и благосостояние народа. Они занимаются тяжелым трудом, который обычные люди не смогут вынести. Иногда их работа даже опасна для жизни и здоровья. На самом деле, многие представители рабочих профессий, рискуя своей жизнью, гарантируют безопасность общества и защищают мир и счастье многих людей.